Yeah. Эй, блин, как мой микрофон вообще работает? Он у тебя очень тихий, удали его. Понерфь меня, не то чтобы подавление, включено их подавление. Я трюнькую гитару, то ловит, то вообще не ловит. Ну так гитара считается за шум. Ну она ловит его иногда, прям хорошо ловит. Ну иногда же не ловит. Вот сейчас на секунду была гитара. Происходит уже так шум. Вот опять. Я не слышал гитара. Все, пацан, давайте быстрее сумолимся под налитрящийся. Кто там еще? Бентли, блять. Сейчас услышишь. Какого хуя нахуй? Беспризд, блять. Это почистите треп, сейчас я быстро чарку поставлю, чтобы поднять сразу перчатки. Ты не слышишь гитару, сейчас будет. Только не убивайте. Ну что за ФК нахуй? Вы охуели там совсем что ли нахуй? О, сейчас слышно было. Сейчас там срёт кто-то. Что? Бля, Силконфел, вообще там меткости дохуя, наверное, на мультика. Если чтоб не это. Но вообще на нее болт забивает, я так понимаю. С прицепом. На 17% это надо. Да сука. А сколько хардкап вообще у миликов? Сади каску, пожалуйста. Кто-то шарит, нет? Хардкап у милика меткости? Да, 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 именно хардкап. Если у тебя талантов нету, то 8%. Типа, блять, ну вот, да, Алконфел. 8% собираешь, нахуй, не ебися головы. Типа слишком дохуя. Если талантов нет никаких, типа 8. Если есть какие-то таланты, там то есть талант. Это суммоните, Бент. Ну я вообще, короче, смотрел там, типа хардкап, у них вообще какой-то там 400 чем-то, чтоб ты вообще атаками не мазал. Типа и в лицо, и в спину там. 490, что ли? Понятно, ты в статах потеряешь здесь без усилков, типа, да это хуйня полная. Ну это типа, знаешь, когда ты уже... Вот, я знаю, я тоже играл на роде, просто это хуйня. Я просто СПДН хотел. Это просто теория, как бы, ну, стоит. На практике оно не работает. Ты потеряешь в статах очень много. Если столько меткости собирать будешь. Ну вообще да, но как бы, когда капы уже все собраны, там, смысла дальше нет собирать, типа. Да, есть типа крит, АП, которые... Есть, если брать учет мутика, блять, АП бесконечная, собираешь, чем больше АП, тем больше ДПС от яда. Ну это понятно, но я имею в виду, ты шмотом добираешь себе все капы, допустим. Ну просто, ну, как бы и потом уже в меткость скидываешь. Ну имеется в виду, в меткость шмотки берешь. Там, что это там за труба Бентли хуярит? Да это не у меня, это у этого. Тут на бас-гитаре там кто-то на фоне. Пиздец. Это не бас. Это я. Это пристиль. А я говорил, блядь, что тортик и мороженое не поможет. Я не знаю. Арт-бас. Это электруха. Электронка? HQD? Нет, это... Сейчас модель тебе скажу, блядь. Сколько стоит? Мой английский нормальный. 25. Что так дешево? Тысяч. Долларов? Нет. Евро рублей. Хотя бы? Рублей. Нет, эту херню не прочитаю. Слишком сложно. Да там, наверное, что-то на немецком. Нет, на английском. Немецкие гитары, блядь. На. Эшвальдлинга. Нет. На втором этаже, если папа ставил, то там есть, да, немецкая. Не знаю, я только американский Defender знаю, все, больше ничего не знаю. Суммоните Бентли, если вы там добили трэш. Не, мы еще трэшились. А почему мы ребро не скипаем? Там прям суперский шмот, да? Ну там нормально, много чего. Бля, там щиток хороший падает, бисовый. Там бисовый щит, бисовый пояс, охуенное кольцо на ШП, на швепсов ПВП. И хилам кольцо. Слишком много пизда-то. Ну короче, сейчас. Ну, ДТГ не падает нихуя, поэтому без. Сейчас скину в гильчат название там и сфотку. Кстати, повернутое. Ребро убивать, ну блять, ну если что-то не по плану пошло, ну блять, ну 20 минут.
хуй. Сквиш. Телекастер. Папа, сквиш. Да, телекастер тоже. Папа, сквиш. Ты смотрел видео, где мужик телевизор вот это самое делает? Да, ты мне скидывал. Да, да, скинь еще раз. Конечно. У нас блоки еще нет. Думаю, пока трэш есть, но ничего страшного. Может, с гильдии кикнуть Блэкича, постоянно у нее что-то там. Ебать. Что-то ну, а вообще у нее ПК там сломан, его две недели вроде не будет. Блять, я ненавижу этот конфиг. Хорошо, мемы, давай. С левой стороны будешь или с правой? Выбирай, где тело. Maybe я где-то сзади встану, типа я-то не могу без мили. А Беба там постоит, ну как обычно. Как все, то есть? То вдвоём бегать такое все. Будем троём, значит, мелить. Тикс. Ну или смотри, ладно, Беба, если что, будешь на подстраховке. Эдик, будешь с левой стороны. Только смотри, блядь, там получается... Пу-пу-пу. Когда он вихрь кастует, на середине вихря он дает лужу. Подожди, когда анимация этой лужи пойдет, сближайся максимально с боссом. Ну, сбоку, чтобы он не чаржился в тебя. Потом становишься, соответственно, ну, в крест, как обычно, где мы тусуемся. Не, босса байтить ты будешь, короче, типа вот сюда, ну, к воротам. Но он это понятно. А, блять, подожди, нахуй. Еще мне же придется это делать, ваничела нет. Блять, я не смогу, нахуй. Тогда Беба придется. Байтить? Нет. Хуйня получится. Ладно, Беба, давай тогда ты, короче, прыгай, блин, будешь прыгать с блинком в печеньку. Прямо когда он вихрь кастует. Я лужу разносить буду. Смотри, главное, чтобы лужа вред не пошла и сблизь максимально с боссом, когда он вихрь начнет кастовать. Чтобы он в тебя не чаржился. Вот. И когда он уже... третий, по-моему, или четвертый раз чаржится уже в ромб. Он сначала в печеньку, потом в ромб, потом в печеньку. Да, и вот в ромб, четвертый раз, соответственно, когда чаржится, уже должен отрыв нажимать и ловить лужу. Потому что она может пойти в бок. Заранее, когда он еще... Я вих, это когда делаю, он еще и Беба блинком это делает. Это ты делаешь, ты стоишь сбоку, ты хант, блядь. Еще раз тебе повторяю, ты стоишь с левой стороны. Угу. Смотри, когда он начинает кастовать вихрь, я стою с правой стороны. Он кидает на кого-то лужу из нас. Это может быть ты, это может быть я. Ну, это рандом. Тебе нельзя заходить сразу в рейд. Ты сближаешься максимально с боссом, ну, примерно где-нибудь вот сюда вот, да? И ближе к боссу подходишь, чтобы эта лужа пошла вот, ну, вот, блядь, в эту сторону. Допустим, условно, в трусы. И ты сближаешься максимально с боссом. Потом ты уже в крест прыгну, идешь... становишься со всеми и бьешь. После чего после чего, когда он, вот смотри, первый раз чаржился в печеньку, потом он в ром чаржился, потом обратно в печеньку. И потом вот четвертый раз, когда понял, он в печеньку чаржился. Я сбиваюсь, и потом в кресте стою, потом обратно набираю ранжу свою. Все. Да, когда он еще вихрь не закончил, тебе. К этому, типа, в крест, окей. Да, да, ты не печеньку. Там бьем. Подкаст и стою в крест, окей. Все. Сейчас, секунду, я закажу. Тебе на хп дать, Дермич, или сопрот? Я достала все, даже на хп. Если что, мне давайте трейд. Так, Эдик, там важный момент. Тебе нужен вот этот отскок успеть сделать до того, как он начнет разливать лужи. То есть он там дает... Он чаржится, дает, опять-таки, лужи крестом. И через пару секунд буквально он кидает лужу. То есть, если ты не успеешь что-то ранжу набрать, то может лужа пройти, поясни. Это хуёво. Я надеюсь, он может пойти в любом случае, если вы будете добегать долго до ромба. Типа, я-то с ним... Нет, нет.
Она пойдет в нафиг, не переживай. Просто ну, выйди как, сразу. Как только он это... как только вихрь прекращает, ты уже можешь прыгать. Окей. Не только как вихрь прекращает, во время вихря, блядь, еще раз объясняю. Ну да, в конце даже, наверное, может, да. Там остается до конца вихря 3-4 секунды. Я уже ухожу с рейда. И там идет лужа. Все, арчи на баф и пул и поехали. Что? А можно рыбу? Нет. Да, да, да. Ты ловишь один чардж, потом танк. Совершенно верно. Блять, опять по танкам хуйня. Сука. Подожди, куда пыляем нахуй? Фонарь, дерьмище. Кто танчит, ебать? А танки кто, как говорится? Реслин, спекайся в танк. На ребра. На ребре больше танки. И будешь ловить чарж печеньку. Ты уже это делал. Гремись с фонарем там на обстрел. Все, арчена поломав еще раз. Все, Дель, давай отчет. На исходной стали. Шип сзади меня быстрее сняли. Быстрее РД досвичнулись. Начинай сближаться этим способом. Скресся. Блять, веба. Дремич первая из баун твой, забыл сказать. Фонарь твоя вторая из сакра. Потом Арислин даешь сакру. И глю после Арислин. Ой, дашь БР по бебе потом. После вихря. Все, Эдик, уходим, уходим, уходим уже. Как мы сдохли? Не пошла же уже в рейд. Назад. Шаг назад надо было сделать. Падайте. Вагоны. Он не добежав до них дал, вот здесь вот перед крестиком, прям крест так на свою лужу. И еще шипы кинул. Быстрее упали. Все, зашли все у нас. Все ты так сделал, Беба, просто смотри, когда он чаржится, да? Смотри, во-первых, оставляй свой моношилд вот этот, который фросмаговский, который поглощение урона дает тебе там неплохой, 1010 или сколько он там, или 8, что-то укладывает. Ну вот смотри, ты просто в печеньку прыгаешь, да? Там просто сакра, во-первых, сразу не было, ты из-за этого сдох. Ну, я не назначил, забыл. Мой проеб. Смотри, как только он тебя вчарнулся в печеньку, ты сразу выходишь оттуда, ну, соответственно, в крест. Ну и шилд именно давай в момент, когда ты прыгаешь в печеньку. Ну, чтобы заабсорбить больше. Ну, просто так ему не кидай. Потому что он когда чаржится, он там вихрем по тебе больше урона носит. Так, еще раз повторяю. Дермич, ты первый даешь 6 баунд, потом дает фонарь. А на следующем вихре дает Арислин, потом Глю. Люксор есть еще на подстраховке, когда скажу. Все. Запомните очередность, так будете давать весь бой. Не могу пятарь снуть, блядь.
Слушайте, вопрос. А вот сегодня писали про нерфы, была объява. Это уже вступило в силу? Ну, что очередной нерф? Или вчера, когда новость-то была? Да, сегодня должна была. Нет, было. Уже все вступило? Ну, должна была. 122 ляма. У него вроде 135 все. Было. Все, 134 ляма. Последний раз. А у Леди сколько там? Таргет Леди. 86. 86 700, было 90. Вчера было 96, да? Да. Уже ступили. Угу. 86. Ну, ребята, ну, блядь, что за хуйня опять начинается? Почему вы, блядь, пофыкашите? Я только что сказал, что у меня Пет не призывается. Я уже 5 раз попробовал. Когда уходит способность, Пет не призывается. Проворил вот тебя сейчас. Швепс, хватит. У меня нету пета просто, не могу понимать. Вот что мне делать, скажи мне. Муравью хуй переделать. Попробуй респект сделать всех. Пинду. Обнови. У меня мут, пацаны. Напиши сатулы собаки на форум, нахуй, тебе поможет. Я ебал, ничего не помогает, респектнулся. Ну чё, найс, Сирус, чё? Ну спекайся в Блада, блядь, что я тебя ждать сейчас буду тут полчаса. Ну давай, хорошо. Блядь, Швепс. Спекнулся. Ну, давай. Арчина плыма. Давай, чё туда. 5, 4, 3, 2, 1. Эх ты. Начинаю потихоньку сближаться с боссом. Тебя лужа пошла, окей. В крест все. Дарми сейчас бам. Сейчас как только чаржница, Эдик сразу уходит в бок. Ушли. Шипы заливайте быстрее. Отойдите вправо или влево. Прохил. Лужа в рейд пошла, да? Да. С ханта сняли быстрее шип. Эдик, левее тогда старайся отпрыгивать, потому что я нормально ушел. Видимо, шип сзади с ханта. Кидайте. Бывает, в меня кидайте тут. Готовься сближаться с боссом, уже почти скоро вих. Только не в рейд. Сбоку. В тебя лужа как раз пошла. Подкаст.
Блять, охуенно нахуй. Падайте. Ну это высерус, что я могу сказать. Да, он сейчас две лужи разлил. И шип начал кастовать, сука. Это, блин. Это так должно работать, ребят. Это на Сирусе так должно работать. Типа, чё, не переживайте. А чё, у нас ДПСа не хватит, типа, бить его не в двух точках? Хватит, хватит. Просто все заебись, но вот эта вот рандомная хуйня, когда он в рейде лужу разливает, это вообще пиздец. Кринж нахуй. Не, ну в принципе можно попробовать. Кринж нахуй. В принципе нам хватит. Ладно, сейчас пул еще, сейчас еще пул. Сейчас пул еще сделаем, если выпнемся, то будем бить так. Просто, ну, так бить просто быстрее по времени. Так, если мы будем бить, ну, раздельно, то милики будут стоять АФК. Я согласен, что да, там быстрее, там, может, на минуту, может, на полторы. Но когда на чашу весов ложишь 10 вайпов и... Не, попытаешь... я же сказал, сейчас или выпанемся, будем бить так. По стандартной, по нормальной тактике, не по вот этой тактике говносируса, блядь. А. Ну, скорее бы. Просто хочется на вихре ощущать себя, блядь, что ты не сдохнешь, нахуй. Что вот боссы в треугольнике, да, в крайних точках от рейда, рейд в центре, блядь. И от лужи ты успеешь среагировать, а отбежать. Да. Я в кресте вообще бить не могу, типа, дрожжей хватает. Ну, это только ты единственный, кто бить не может. Типа, да, только... ну, все равно. Не, алконфил, не надо, спасибо. Ты можешь какого-нибудь шипе потриксовать? Кто у нас там? Хулишит ты, либо, скорее всего. Либо без приста. Кого-нибудь потриксуй просто. Ну, первый на пул в ро этого, в танк, а потом... Потом кого-нибудь триксуй из шипа. Вот сейчас типа топем по 740. Да им по 5 не откажусь. Спасибо. Эдик, все, по исходным стали. По исходным стали отдали счет. Че, еще раз так бьем, потом, если что, будем бить так. Эх. Готовься ближе подходить, босс. Только со стороны к танку ближе, а не в рейд. Боссу ближе подходи. В тебя лужа пошла, блять. Она нормально. В рейд нахуй. Рано сходишь. И иди больше со стороны танка, чтобы не было вот такой патовой ситуации, чтобы она в рейд не хуярила. Уходим. Bones podcast.
Да, блядь, заебали. Всего уже все отменяют. Пиздец. Там ревностный, что ли, мне показалось? Не, все нормально. Не переживай. Ближе подходи сейчас, босс. Только со стороны трусов, как я тебе показывал. Шку уже так не шла. Все, в меня лужа пошла. Крест встали. Чуть назад крест. Входим. Подойдите все под жопу. Шип сзади, с меня быстрее. Сакра где? Айсбаунд вижу, все окей. Блять, как здесь шипы заебали? Да, давай Люксор Сакра. Уходим. Под жопу все встань. Шипы быстрее сняли. Можно гим тотем? Давай. Давай тотем рить и давай гим. Танка фильдс не уронить. Я поглю, да. Ближе подходи, Эдикушка. Сейчас еще одна лужа будет, смотри аккуратно. Меня нормально. Сейчас как только чаржнется, в ром сразу уходим. Уходим. Шипы. Гунка на шипе, некому убивать. Да пиздец, блядь. Сзади шип с меня быстрее сняли. Быстро, срочно, РДД свичнулись, блядь. Bone Spike Cast.
Подходи. Нет, Бэм, ты поможешь мне не анонс. Пояс, кольцо. Нихуя, солод упал. Я осколок первый раз, да? А чё, блин, можно паролить? Так, осколок арестить. На PvP, ебать. Можно его? Блин? Ну да, Брин можете ролить на PvP. Может он. Кто, да он говно, мне кажется, это А8 лучше работает. А у нас что, ретрика не, нет? Не, он хороший. Там по 5 никто не дает. Я бы потягал бы его пока. Ты, Кирилл, пояс берешь? Кого, пояс? Не знаю, смотря сколько ЕП будет. За него. Ой, квестик сейчас сделал. Я попробую урок сделать. Там фонарь уже запулил мобов, идите бейте. Не-не-не, еще не бейте. Соберите яйца в кулак и смотрите, чтоб сейчас без хуйни убили. Хуя, блядь. Фонарь, блядь, 3 помощника собрал, но. 4 ща будет. Не бейте. Дайте фонарю собрать. Сейчас сорвете помощника, пойдет в рейд. Дайте на пул на него и этот. Видали, как могу? 4 помощника. Весь зал может. Не гоните урон с учетом шипов. Пожалуйста. Бля, они дохуяли там с огнем. Нормально. Мы тоже договорились. Только аккуратно там, на пульчики, все такое, за огромным слите. Не, ну его нахуй на милике туда идти. Он, видимо, под конец просто на персонаж будет, да? Никто не заменит, типа. В общем, я думаю, мне на персонажа исправлять, потому что релок не помогает. Нет, мне, кстати, приходилось с него Сирусу дали заново скачивать, даже меня вообще игру никак не пускало. Ребуты, ну то есть. У меня пошли нету, я уже все сделал, я... Прилогнулся, респекнулся, ретрахнулся. Да. Теперь тоже все. У меня просто бахнулся перс. Потом я дарил. Он просто требует баф на силу, Андрей. Он просит, блять. Нам не надо, пока вы трэш чистите, лучше сейчас исправлю. Ребят, у нас нет ретрика. И никто не дает силовыми камнями бить, это, ну, это издевательство. Вы слышите, нет? У нас нет ретрика, и никто МП5 не дает, у нас все по мане садятся. Наши висит МП5. Ну типа я не знаю, я по мане сажусь, этого вообще не может быть. Типа, ну, во-первых, сейчас будет ретрик. Это уже решили. Во-вторых, есть МП5. По Арислина же сейчас спекнут ретрик. Блядь, баб восполнение дает не только ретрик. Ну я понимаю, но у меня его нету и не было на ребре, я по мане сел. Они не стакаются, я не знаю, это ты просто не фартовый пиздец. Не может быть. Может быть, оно на ограниченную цель, ну количество целей накладывается. 10. Тебе просто не повезло, я тебе говорю, у нас ШП как говна. Смотри, из всех 4 ШП только один юзает взрыв разума. А, да, блядь, там же ротация. Да, там ротация другая, да. Я думаю, оно просто не висело ни разу, я уверен. Ребят, напомните? Не ссыте, я юзаю. Как человека зовут с... Ну, который за персов отвечает, я забыл его ник. Майкл Джексон. Икстем за всех отвечает, Т4. Икстем? Да. Ебал, мне даже исправление персонажа не помогло. А чё у тебя случилось? Какие-то проблемы с аккаунтом. Пиши на форум, Андрюх. Форум. Кладочка форума. А он не напишет на форуме, я ему 10 лет назад это говорил, он скажет, что да, они там что мне написать, кэш почистить. Они призываются питомец, нахуй, и я помп это исправил, просто ничего нет, не помогло. Нет, там еще это, ну, ребутный роутер. Подождите 30 секунд. Удалите папку ВТФ, подождите 30 секунд. Удалите скриншоты. Сейчас пробую кэш почистить. Скриншот удали, сразу нормально будет. Я все. Удалите антивирус, блядь. Касперского. Он меня вот задонатьте. На храм Божий. Мне Экстемп ответил, кстати, на мое предложение на холи проста реворку. Сказал, на данный момент я не вижу причин для подобных реворков. Если у вас какая-то другая информация, задайте новую тему. Сука. Нифига ты красава. Это мужчина. Самое интересное, я его даже не уточнял в этом письме. Ни разу, не оскорбил. Ты написал Эй, Лунтозавра. Чё нет. Там, блядь, по хули приступ? Фури! Фури! Тихо. Пожалуйста. Нет, я... Блядь, ну сука, хули приступ ненормальный, Т4, ну это говно.
Да, по-любому. Успокойся. Да, они сейчас дадут подамажить им недельку-две. Нет, я про хилов говорю. Я про хилов. Коли пристав. Так он священным огнем там ебашит с Толгородской хуйней. Имба. Да не надо нерфи Коли пристав. Куда его на дно опускать? Он уже на дне. Куда ниже? Ой, лол, блядь. Так а чё, ниже дна должен быть. Ни Элема ничего не может быть. Коли пристав. Элем вроде нормально же ебашит, не? Нормально, но оно пробило его. Сколько он, блядь, внизу был на дне? Я не знаю, когда этот... Адель заходит на Элему, он также ХШП ебашит. Да не в этом, снегу вообще, сколько раньше он был. Ебашит нахуй. Ну Элем в Т4 всегда был помойка. Ну как ХШП, в принципе. Ебашит нахуй. Ну, видимо, он думает, что 2500 и 2600 абсорба, это прям охуеть как много, если кританула. А вот эти вот щитки, которые сейчас в рейде, вот эти пузыри белые, это... Волонир ебучий. Это волонир ебучий. Ёбаная хуйня, глю. Он такой ублюдский, пиздец. Так, из-за него духов, блядь, ловишь только так, потому что все ебало. Суббота, вот воскресенье, чувак, кодер, выложит патч анимацию, говорит, не будет этих щитков. Я ему еще написал про ёбаных ШП и ВП духов. С какими-то патчами, блядь. Почему нельзя сделать просто... Ты, блядь, Сирус играешь, ты уже на патче играешь. Нихуя так не работает. С HD-модельками. Ашки Дима. Живи с этим. А чё, где наш РЛ-то? Там. Так. Вот. А вот. Засумонили его. Можешь еще менять, у меня не работает. Чат бахнулся, я исправил, ничего не работает. Чё? А чё, БДК я меньше дает? Боссам, а где твоя чарка на боты? Ну так в БДК пойдёшь, в чём проблема? То, что на карте переставлены, в этом проблема. Че, может, ШПшник? Он не я. И толку от меня никакого бафа, ничего не даю. Может, ШПшником ему пойти? Ноль. Нет. Сламенький. С панели, типа, спайл, попробуй заново из книжки его вытащить. Да сейчас спробую. Что получается? А у тебя в анхолике глиф стоит, типа, нарез? Может, у тебя реагента не хватает? Ну, мало ли. Только сделал чек. Сейчас я на форум это вот в приватку напишу сек. Ну, слышишь, ответил быстрее. Андрей, ты дави на жалость. Говоришь, что у тебя РТ, целка ХМ, трайм леди. Хитрее надо быть. Скажи чат. Не, надо лучше сказать, что у меня там брат хочет точно такую же проблему, а он там 2 миллиона хочет задонатить на Сирус. Кстати, я там вроде бы две связки вам сделал, так что, ну, закончится фанатки, возьми. Да, ты, Дермич, ты в анхолике будешь, ты, да? Ты будешь в анхолике. Так, сразу по гриппам распределимся. Мира и боссом с этой стороны часто выходят два еблана. Блять, пицца багалась, сука. Короче, вот со стороны креста выходит два еблана. Первый гриппает Мира, второй боссом заберешь. Они там слева. В печеньку сводите. Так, Дермич твой будет, который с этой стороны. Часиком поставлю. Холич, а ты же взял такой пояс, да? В прошлый раз видел. Да. Сейчас покажу секунду. Вот, со стороны звезды будешь гриппать приверженца. Со стороны... Сейчас я еще полумесяц в ебу. Это чтобы ориентир по духам было. Смотрите, ориентир по духам на второй фазе. Полумесяц, крест, звезда и квадрат. Запомните примерно эти метки. Я плюс-минус буду говорить, около какой метки будут духи. Так, Дермиш со стороны звезды. С центра, который моб, если будет выходить приверженец, там может выходить либо фанатик, либо приверженец. Не знаю, Беба, может ты там сало ему ебани в касс, нахуй, чтобы он побежал в мелизон.
Хотя там оно быстро КД 123 секунды вроде. Вот максимальный контролиш, максимальный контролиш. Что на первой, что на второй фазе, соответственно. На трэше у нас остаются из милликов, получается. Арислин, ты пинаешь босса? Пунка, будешь трэш свечить, у тебя чарж есть. Арислин, пускай босса пинает. Алконфел тоже сидишь, тупо на боссе все время. От духов, соответственно, отходите. На второй фазе Арислин играешь по трэшу. На первой пинаешь босса. Алконфел на второй, ты все время босса пинаешь. Ни в кого не свечишься. Первые на пулы даете дермича, как только фаза начинается. Алканфел хистяк. Как только напулили, потом сразу напуливаете фонаря. Фонарь забрал босса, все на пулы даете обратно в дермича. И так до конца боя. Андрей, что там у тебя? Не, даже зайти сейчас не могу. Забей, поменяй меня просто. А, зайти даже не можешь, да? Это а, тоже. Вот, у меня теперь такая же херня была. Разбавился. Я так скажу, мне помогли. ШПшки будут помогать, Владыка Ужас. Кто там, Undertouch, Владыка Ужас? Удалить игру? Удалить, заново ее скачать. Ну, мне только так помогло. Понял. Я наполнил. Да удали кстем получше, нахуй. Я тебе спасибо. Дайте шкаф. Дайте шкаф. Я бы с радостью. Попробуй полностью обновить клиент. Ну, типа, там это проверить. Я уже делал проверки клиента и тому подобное. Это, ну... Скилл кэш и проверил. Да. Я все сразу сделал. Ну, еще есть вариант удалить патч номер 5. И попробовать его скачать заново. Ну, либо да, либо так. Там чаще всего 5-й патч ломался у них, хотя хз сейчас. Так, сумон, Владыка Ужас. Нартач снимался. Бентли колют хиксы кидать. Что? Слышь, я в DC, я могу зайти, я просто на X5 зашел. Да пока не надо, я уже взял Владыку Ужас. Ну сейчас я зайду. Хорошо. Так, все тут у нас получается. Рыбу кушаем. Защиту от темной магии все поснимайте крестовской. Прости, помогайте, если что, диспелить. Там, короче, хотя бы один таргет. По контролю, я квадраты, Мася треугольники, а Луна, смотрите, на вас на рейде. Луна метка на человека вешается. Так, ну что, на исходное. Че на баф пол? Зачем давай, Адель. Давай, Адель, начнёт. 3. Эх. Трэш, видишь? Служу, видишь? МК 5 сек. МК 2 секунды. МК. Познали контролы быстрее. Ну, блять, ну ребят, ну стопайте ОЕ, ну возвращаемся к истокам. Чё за хуйня? Только МК берет человека, вы сразу его убиваете. Да, серый БР не то. Что у него времени много будет. Служи вышли. Ребахнули быстрее паладины. Фул ребах дали. Трэш выходит. МК 4 секунды. Касби. МК раздали контролы быстрее. Законтролили. Не убейте кунку, блядь. Циклон его фул. Не спал. Трэш хватит.
Мы уже вышли. МК 3 секунды. Готовимся. МК. Раздали контроль быстрее. Не убейте. Босса переводим. Играем по боссу максимально. Диспел. Босса Кобе. Переводим быстрее. Там моб. Дермича сейчас на полу. Босса забирай, дермич. Физу убейте, трэш. Трэш справа ушел. Лужа вышла. Глю прохил. Духи появились. Блять, около креста в Мелизону бежит. Два штуки там. Раздали контролы быстрее. Дай фонарь сокру. Да. На пол фонаря. Духи новые появились. Звезде за кем-то бежит. Аккуратно. Я один в полумесяц бежал. Лужа вышли. Диспо по бэнд. Дармич, дай избаунд. Духи аккуратно. Новые сейчас будут. Новые духи. Пошли. В кресте один. Второго не вижу. А, два бегут в центр там. Около лестницы. Один в центр под боссом. Новые духи. Один около полумесяца и звезды. Мелизон убежит вроде. Войд БР по Мирае. Раздали контролы быстрее. Сначала законтрольте, потом даже БР. Байда законтрольте. Дай сокру Люксор. Духи новые, аккуратно. Аккуратно появился прямо, блять, около между крестом и полумесяцем. За хантом бежит. Ребафните ДК быстрее. Глю, дай сокру. Духи новые. Под босса бежит один. Один под босса бежит. Новые духи. Прямо под боссом появился. Прямо в танка бежит. Взорвали. Взорвали, блядь. Полумесяц один. Один звезде. Ну, блядь. Как же заебало это. Кто взорвал нахуй? Только сейчас вот... Вот сейчас это... Сейчас, когда падаете, не взрывайте духов. Чтоб можно было спалить нахуй. Хули шит одного взорвал. Посмотри, я взорвал, нет бэнд. Я не понял. Сейчас посмотрю, подожди. Сейчас дойду до тебя. Знаешь, я думаю, кто-то... Ну ты, Холич, взорвал одного. Ну вот тебе доказательство. Блять, не то линканул, ща, подожди. Другой взломал. Взорвал, потому что у меня нет удара. Да есть. У Холича есть. Беги, Глю, беги. Сука, что-то я второго не могу найти. Что, один только взорвался, что ли? И один все пошел. По ощущениям, нет, почему? По ощущениям, да, один. Чивава. Тоже. Ну, в мире, наверное, я спаунился. Может, они двух взорвали одновременно? Я взорвал тогда? Уже, когда все сдохли. Ну, там говорили. Мася еще взорвала, но я не знаю. Пускай она там взорвала. Да, возле меня. Я просто думаю, там дух бежит, и там Мася стоит слева. Возле меня прям. Я думал, это я взорвал его случайно. Я дальше не взорвал. Получается, у два человека. Чем могу помочь? Ну вот. Просто не взорвать духа и сразу убьем. Ну да, трай был охуевший. Бля, стойте вообще подальше от пачки, которую трэш убивает. Вместо же дохуя, типа. Смотрите, ребят, у меня лагает, плюс эти ШП ебаные в свои эти духи выпускают. Мне сложно отсматривать, куда они сразу, блядь, приземляются. Вы смотрите тоже. Ну и стойте розни на РТД, вам не обязательно. Главное, не стойте, блядь, под миликами. Ну, я стоял. И ребят, отдалите камеру, блядь, вот как вам удобнее всего будет. Отдалите камеру вверх, просто чтобы она смотрела сверху на вас. Вам будет идеально видно, будет духа. Так.
Мне неудобно так смотреть, но вам будет удобно. Это смотреть за собой так удобно. Мне за рейдом так не очень удобно смотреть. Но вам будет удобнее, если вы отдалите камеру, как с высоты она на вас будет смотреть. Так. Короче, на полба. Геру будем давать на экзекутке. Когда будем силищиться все в босса вместе с Миликой. Когда будем забивать все на трек. Погодите, пожалуйста. Попыт? Готов. Simple Dimple. Давай, что-то дали. Блять, подлагал, а припод проебал. Сука. Приверженец в центре там. Отлично, вижу, закрыли. Лужа вышли. Каз, бей фонарь. Сбил вроде. МК 2 секунды. МК. Раздали контролы быстрее. За контроль конфела не убейте, блядь. Продли циклон. Пал конфелу сразу. Ну, блядь, ну пиздец вы нахуй, ребята, блядь. Давай, БРМС. Ребаф на леру. Быстрее. Фул ребаф по роге, да, не трэш выше. МК, одна секунда. Раздали контролы, быстрее, раздали контролы, служи вышли. Законтрольте. Все, отлично, молодцы. Лужи вышли. Трэш пошел. МК 2 секунды. МК. Раздали контролы быстрее. У меня фир. Выбивайте трэш быстрее, босса перевозим. Должен успеть. Переводим босс. Лужи не стоит. Быстрее, быстрее, добавили ДПС по боссу. У нас 7 секунд. Дермич готовься ловить. Все на полу дермича. Фанатика добейте там. Служи вышли. Быстрее. Духи пошли обратно, отошли от духа. Один звезду бежит за кем-то, второй хуй его знает, не вижу. А на лестнице там за войдом вижу. Раздали контролы быстрее. Фонарь, дай сокру. На лестнице в полумесяце появился один дух, второй около креста. На полфинаре она. Лужи вышли. Дармич из баунд. Духи появились снова. Аккуратно, один в кресте, второй в звезду бежит. Spirits. Духи новые. На лестнице. В кресте и на лестнице, да, в квадрате крест бежит. Глю, дай сокру. Законтролили быстрее, раздали контролы. В один в звезде, другой в мелизону бежит. Киру избрось. Духи новые, да. В танка бежит один. Один в танка бежит. На БР несли есть время. В танка бежит аккурат. Духи новые. Люксон, дай сокру. Служи вышли. В звезду бежит. За войдом, по-моему. А, нормально. Пропал. На пол дермича. Новые духи. В танка бежит аккуратно. Один в полумесяц. Блять, ну кто это стоял? Мася, ну блять, ну отходи же, ну.
Резать. Раздали контролы быстрее. Масик надо бернуть. Там минуту. Включи ту сальву. Дай сокру, если есть фонарь. Если это КДШ. Нету. На пулдер меча срочно. Эма на лед, дайте, эма на лед быстрее. Этот дух в кресте бегает один. Второй не вижу. Массив надо бернуть потом. У тебя полторы минуты еще. Да. За тобой Войд бежит. Вижу, вижу. Духи новые пошли. Аккуратно, в полумесяце прямо появился там около лока. За миликом побежал в босса дух. Фонарь, есть сакра? Лестница. Лестница. Дай лужа, в луже вышли. Ждал. Аккуратно. Раздали королева, королева, королева. Дерми через баунд. Слева. Блять, у нас минус хилы, сука, нахуй. Опять духа взорвали, походу. Да, кто-то меня взорвал. Аккуратно дух идет. Хильте, так. Рид, поставь тотем. Аккуратно, в звезде один дух, один в полумесяце бежит. За тобой беба вроде, на. Духи новые, аккуратно, один в квадрат бежит, другой я не вижу. Раздали контролы по кристаллам. О, блядь. Бесприз, все пожирающие, чума, нахуй. Четыре раза въебал. Красавчик, блядь. Ха. Спасибо. Никто не контролит. Так, там шипы были, типа, пытки. Не, ну... Я тебе эфир давал, блядь, и ты меня убил, нахуй. Как пока тебе эфир кашкал. Ну, мне беба. Четыре чумы. Мне беба. Охуенная чума, научи так же, блядь. За одну секунду, сука, четыре раза на чуму нажал. Слышишь, блядь. Мне вообще Адель 40 тысяч нанес. Слышишь, ну, чтобы не бегу 4 шипа дал в этом милизоне, но, блядь, меня хуярили ауешкой. Это... Ну, Балт. Ты думаешь, я наебываю? Вот смотри, сейчас я тебе информацию о смерти. Не, я видел. Вот, знаешь, как в ПВП было, типа, меня шипают, я тебе даю чуму. Ну, мне прилетает урон сразу же. Шип чума, шип чума, шип чума. Где мы? О, десятый. Предлагаю это Геру сначала давать, потому что уже нет смысла в конце давать. Это... Я такую тему предлагаю. А что там, реслину не варик в танка? Чтобы чувава... Чтобы чувава... У него моментальный контроль, и он метку контролит моментально. Нет, во-первых, потому что у нас не будет ретрика. А во-вторых, потому что кот очень опасен. Кот это если хуже. Если кота берет вам К, блядь, это самый опасный класс, который может разорвать ебал, если его не законтролить. Это, предлагаю Геру сначала давать. Да он не, это хуйня. Нам она нужна, понимаешь, чтобы нет, добить. Не нужна. Что... Вот сейчас уже не нужна, сейчас ДПС хватает. Типа, чем быстрее мы переведем на вторую фазу, больше трайв сделаем. Типа, ну, как-то так. Я вижу. Да, кто у нас духов захуярил? Дайте это, весите Бен. 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 Грязный Бен. Бен Тен. Бен Тен. Тен Бен. Биг Бен. Бля, да весите Бен, ну чего все смотрят. Я тебе... Дэн одного захуярил, нахуй, не знаю. Во время пула или после вайпа уже, нахуй. Ну, один Мася или два она, у нее 260 урона, тогда... Мася, я в курсе, она прямо при меня. Я уже в конце, Кирилл, я в самом конце, видишь, я 20-й умер. Ну, не пуляйте в конце, это, в духах, чтобы было лучше смотреть, кто... Блять, ну ты из МК выходишь, и дух спал, так бы. Не может такого быть. Может. Как ты можешь выйти из МК, и дух по тебя, если ты когда-то в МК, ты за леди, да он на тебя не может заспавниться физически. Нет, в смысле, ты. Она же тебя отводит, блядь, в то место. Там спавнится дух, блядь. Не, там кто-то кроме Маси взорвал еще. Ну, вот 100% кто-то Маси взорвал. А ты, Кирилл, взрывал? Вот Бесмун пишет, 260. Я взрывал, но я уже когда вайпались, ну когда я пиздеть начал. В минус ЕП мира и погнали. Ну я просто уже ФК стоял, потому что там уже было все пиздец. Остался один хил. БРФ не мог. Мася и алкашил. Я не вижу, что это. Скорее всего, показывает, но. Ну, скорее всего, я говорил. Спрашиваю, блять, во время пула или после.
Давай, пожалуйста. Типа, если так нету, то надо в смерти смотреть. Типа, если в полученном уровне нет, надо в смерти смотреть. Там, когда умираешь, там взрыв и мстительная вот эта атака. Типа, она может в абсорб... Ну, короче, критичное было в миле, как обычно. Типа, тот, кто убил меня, убил только меня. Еще никто в эту секунду не умер. Но меня не показывает, что Алканфела ударил. Бестприф ебал духа, он под щитом выжил. Прямо за меня. Кстати, а что ты массе? Заебал щита. Он прям в тебе появился, ты же с него прошел, он тоже взорвался. Вот смотрел. Алканфела показывает. Да, типа, Алканфела самый первый сдох от духа. Так и ближнего боя. Я не знаю, как ему не видеть. Это абсорб. В абсорбе она в уроне не показывается, а в смерти показывает. Ладно, все, соберитесь, ребят. Ну, не взрывайте духов, и все будет хорошо. Отходите, ну я же стараюсь озвучивать, блядь. Хоть мне это хуёво смотреть. Я видел, Эдик, что она тебя убила. Нет, а что ты ей два раза снял? А что, я два раза разве снял? Ой, блядь, да, извини. Извиняюсь. Сейчас вернусь, секунду. Извиняюсь. Я нечаянно. Уже охота дальше идти, блядь, сука. Так, там за прошлый пул 200 еще снимали, нет, разу? Это просто... Да. Ну, у меня просто 36, типа, 49, ну, два раза снять было только. Здесь не, нихуя, да. Я за прошлый пул снимал, все правильно. Тогда извиняюсь я. Джентльмен Эдик. Че, Арчан, да, я, вопросы, блядь. Давай дальше. Первый тогда спула даем? Или как? Ну типа я бы предлагал спула, больше трав сделаем. По ДПС потравим. Я думаю после первой пачки трэш. Барбарос, дай СС по Мирае. Будет. Если уж давай, то на второй фазе. Да все, не пиздите. Давайте на исходную, все, тихо, поехали. На второй фазе будем давать. Еру 100%. Да ладно, похуй дадим. Не вижу смысла ее давать в начале. Второй фланг. Лучше, когда свечимся все будем, босс. Лужа вышли. Каст, фонарь. МК, одна секунда. МК, раздали контроль. Не убейте босса, мы, не убейте босса, мы. Бентли продлите. Ну, убили Реслин, блядь. Да боссом босса. Сейчас всех сам убьет. Серый БР по реслин дальше. Давай уже. Две минуты. А у ТКД. Ладно. Бой, давай БР. Ребахнется, пал, нахуй, быстрее. МК относиком. МК раздали контрол. Быстрее раздали, раздали контрол. Не убейте свои. Алканфела, блять, Алканфел, че ты кош не слил? Трэш уходит. МК, одна секунда. МК. Раздали контролы быстрее. Не убейте Барбароса, Миликин, Миллизон побежал. Там где трэш. Спал. Переводим. Переводим босса. Мандер меча на полосе. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Кирилл, сейчас не будем давать Геру? Духи пошли. Нет. Аккуратно, в крест побежал. Два штуки. Бентли контроль. Дай сокруг в фонарь. Да. Я уже Геру дал. Духи новые, один в кресте, два в крест побежали, один в мелизону,
за престом каким-то, другой в крест. Духи новые. Аккуратно, в миле бежит под босса. Два штуки в сторону бежит. Новые духи. Блять, не вижу где. На лестнице двое. Угу. Отходите. Дармичи сбаунт. Дармичи сбаунт. Духи новые, аккуратно, блять, около босса, в звезду бежит. Около звезды два. В полумесяц один бежит. Okay. Духи новые, аккуратно. Около квадрата один, а второй около звезды. Глю, дай сокру. В полумесяц один появился, другой около квадрата. В квадрате прямо бежит, один в полумесяце. Опять два в полумесяце появилось, два в полумесяце. Один за тобой, Беба. Другой в мелизону бежит. Блять, это демилик. Фонарики. Лужа новая. Ой, это духи новые. В полумесяце один. Люксор, дай сокру. Бентли контроль. Контролы раздайте. Ребята, раздайте контролы, пожалуйста. Прохил. Рид, поставь тотем. Новый дух. Полумесяц один, второй. Блять, кто-то бахнул, сука, нахуй. БР не твой, да? Да, БР не война. Дух полумесяца один. Аккуратно, в танка бежит тебя фонарь вроде. Да, а нет. Духи новые. В кресте отойди. Около креста один, а второй хуй его знает. Аккуратно, около один звезды в мелизон. В мелизон, в танка бежит. Дай сокру кто-нибудь этот фонарь, если есть. Да. Лужи вышли. А на пул фонаря? Прохил. Дай гимн на хп с Тимстом или кто-нибудь, блядь. Три хила в контроле. Аккуратно гимн, этот дух в мелизону бежит. Дал гимн. В мелизоне появился дух. За престом бежит каким-то. За мной. Кирилл, сбрось. Сбрось. Новые духи. Я сбросил. Около... В танка бежит. В танка, блядь, отойди. Один в квадрате. Так, новые духи. Полумесяца, около тебя, Эдик, аккуратно. В пристайле шамана кого-то бежит. Блять, кто там стоит, кастит, блять? Люксор, нахуй. Раздали контролы. Дай эсбаунд, Дармич, быстрее. Духи новые появились. Один в квадрат бежит, другой в полумесяц. Глеба в тебя вроде бы. Бентли. В печеньке один дух, другой. Два в печеньке. Мелизону. Мелди. У меня в КД. Новые духи. Блять, не вижу, где они нахуй. На пул фонаря срочно. В квадрате, аккуратно. Все на пул фонаря. Мастер, дай БР попасть к кресту. Ледит. Я в звезде. Аккуратно, новые духи. Раздали контролы, законтрольте. Глю, дай сокру. Дух полумесяц бежит, другой в крест. Вот Фьюри законтрольте, сейчас убьет. Нормально. Духи новые, аккуратно. В полумесяц за кем-то бежит. Другой в крест. На пул дермича. Духи новые. Блять, не вижу. Люксор, дай сокру. В крест бежит, окей. Так, новые духи. В кресте появился прям один. И в другой в квадрате бежит в мелизону куда-то. Лужи вышли. Раздавали контролы, быстрее. Будет рядом. Дух за мной бежит. Дермича на пул, срочно. ШПшники, сбросьте. Духи новые, аккуратно, в полумесяце один. Другой бежит в полумесяц, в сторону полумесяца, там где. Аккуратно, отлично. Дайте сокру, у кого-то там есть. Люксор, у кого-то вас может быть. Звезда, аккуратно. Я там только что сокру. Все, окей, фонарь у тебя должен ближайший быть. Да, есть. Когда? Давай прямо сейчас, быстрее. Давай. Духи новые, аккуратно. Блять, не вижу. Гимноману, если звезде. Нету. В сторону полумесяца бежит. Бентли контроль. Дух аккуратно, бежит в центр, в мелизону, туда в звезду. Один. Продлите, Бентли. Ну кто это делает, блять?
Духи новые появились, аккуратно. Полумесяц один бежит. Служи вышли. На пол фонаря. Срочно. Звезда. Дух. Новые духи, аккуратно. В печеньку бежит, в мелизону аккуратно один. Два в ту сторону передвигаются. Квадратный. Духи новые, аккуратно. Один в центр в печеньку, другой в сторону миликов. Геру давали? Да вот дали. Нет, еще тихо. Не... Блять, нахуя вы? Рано, блять. Раздали контролы быстрее. Блять, кулиши, ты еще фейерварк не слил. Ёб твою мать, нахуй. Духи новые. В мелизонов танк. Дай айсбаунд, дремичь, айсбаунд быстрее. Мася, сзади тебя. Не спойл фир. Все, начинаем играть по боссу. Духи, в мелизону, аккуратно. Добивайте трэш и играемся по боссу потом. Добиваем трэш и играемся по боссу, еще раз повторяю. И хильте чуаву максимально. Духи новые пошли. В мелизону, аккуратно, два штуки. И все по боссу играют, еще раз повторяю. Все до единого по боссу играют. В мелизоне, духи, аккуратно. В мелизону идет. Раздайте контролы. Дай сокру, люксор, если есть. Духи новые. В мили идет. В мили идет, аккуратно. Два мили. Заберите. Кирю, есть сбросить? Нету. А, есть, есть. Сейчас сброс. Я сижу, аккуратно, в сторону звезды один идет. Диспел. Служи вышли. Духи новые. Аккуратно, один в полумесяце. Другой в сторону, между звездой и полумесяцем бежит за кем-то, крестом каким-то. Больше ДПСа, больше, блять, нажмите бурсты нахуй. Духи аккуратно новые. В печеньку бежит в мелизону. Блять, боссом, блять, под зеленкой разваливает всех. Мили, 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 аккуратно. Блять, не хватает. Аккуратно, жду. Чуваку, пожалуйста. Бейте босса, сейчас еще кайтить, наверное, будем. Печеньки. Блять, не хватает. Берса сейчас будет. Блять, прямо. Берса пошли. Ну я отъехал, в общем-то, тоже. Много людей пашут. Идеально тут отыгрывать. Ну типа я все равно остаюсь на мнении, что лучше сначала, да. ШПшники, а как часто вы уход тьму это жмете? Когда я говорю или когда вы? Она огромный сбрасывает. Нет, она это. Там есть смысл это только нажимать, прям когда босс на нас идет. До этого нет смысла. Нет, есть смысл, когда за 100%. А когда за 100% фул бой идет. Я не могу за вами по всей арене бегать и давать вам сальву, боб, чтобы вас не убило. Вопрос в том, когда уход в тень на тебе висит, на тебе агро набирается новое или оно стопается? Да? Оно, по-моему, нет, оно, по-моему, сохраняется. Ну, вот оно стопаться должно. У тебя новое начинается набирать, а потом оно суммируется. Можете его почаще тыкать, ради бога? Просто вот двух шипешников как минимум автоатакой снесло от леди. Да, мы уже не могли даже. Стали без маны, вот и не хватило, блядь, ДПС. Просто без маны я стоял, блядь, секунд 40. Возьмите билд на ой, глиф на этот. Слово 1% мана регенит от типа боли. Так вместо чего? Вместо точки. Не, диспа имба глиф. Но ты ее все равно не жмешь по КД. Я постоянно ее жму. Вместо символа дух, который апается, да? Да ты чё играешь? Это много. Нет, дух, да, хуйня. Типа ты точку не теряешь ДПС, но пассивный... Точку в МК жмёт, если вихрь кидают. Поэтому по ШП лучше не кидать вихрь. Ну, если есть вариант, если есть шип, там, фир. Давайте вставайте, тут там дермишки всяко надо же дальше тратить. Объясните, пожалуйста, блядь. Все уже стоят здесь, пожалуйста, рейсы. Так, ребята, блядь, только давайте, пожалуйста, не отходите больше. Мне срочно нужно отойти, потому что самому... Я бы не давал перекур. Ну, у вас, конечно, много кто духов. Не, он не даст больше. Так, 4 минутки, блядь, только не больше, блядь, не ФКшьте. Мне надо срочно отойти. Пока они все отошли, сколько диспелов кинули Холи Палы? Просто интересно, я стою с другой стороны комнаты, Холи Щит 10 раз попросил диспелить. Я до него добежал и диспелил. Не, типа, я просто открываю диспел, ну, типа, никто не рядом был. Я видел, да, Юля, да, да. Юля диспелила с чивавы 87 раз, там всякие стрелы. Да, да. Я видел.
Ну, типа, невозможно находиться в обоих концах комнаты за ДЦ. Ну, типа, видите, что они диспелят долго с чела, ну, продиспелите, у всех ведь стоит какой-то буду. Я диспелил, если бы он стоял рядом, я подбежал, диспелил, ну, блин. Ну, я не знаю, ты очень мало диспелил, на самом деле. Ну, типа, у нас Арислин с фонарем на диспелили больше. Это и к ШПшкам вопрос. Хилю. Вот я смотрю, допустим, Бест тебя диспелил 4 раза, но это, я так понимаю, замедление, и один Шипского ты диспелил. Саделя. Ну, возможно. Ну, типа, это вообще не игра такая нихуя. Нет, чему? Для типа... себя. О, фонарь меня один раз продиспелил. Ну, типа, смотрите, сколько просидел Холи Щит и потерял ДПС в шилде... Ой, в шипе, да заебало. Секунд 10. Вот, ну, типа, сколько бы он надамажил? Но он далеко стоял. Ну, типа, нормально стоял. Типа, вот эти 6 лямов, это Гера в начале. Я вам сразу говорю. Типа. Не, понимаешь? Там жима на шилку у нее висит. Я понимаю, Лёшка, я могу объяснить, ребят, почему? Я могу объяснить, почему я говорил вчера, когда мы в прошлый раз драли, надо же Геру в конце давать, а сейчас, типа, у нас ДПС хватает, нужно Геру в начале давать. Сейчас Гера... Нет смысла ее в начале давать, потому что там мана силы, трэш не будет. Ты ведешь его быстрее и больше времени до берсеса. Нет, смотри, а какая разница, типа, если давать Геру, то только после мана шилда. А не да, в конце боя. Да, да. Но никак с маны шилдом. Типа за смысл. Ну вот, я предложил, никакого... да, я предложил сразу на вторую фазу. А как только ее переводим, ну как обычно делают, переводят и дают Геру сразу. Да, да, вот так есть смысл. А когда на ней нет. Ману фуловая, типа я это бред. Понял, объясни, какая разница, что ты даешь на щит Геру, то, что ты даешь после щита. Ну смотри, ну, хотя бы потому что 25 человек живы. Хотя бы по этой причине. А нет, хотя бы, сейчас я перебью, я уже просто подошел. На первой фазе не дается гера, потому что мы переводим за 3 пачки трэша. За 2 пачки трэша мы не успеем перевести. Смысл давать геру в никуна? Это первое. Второе, геру я хотел давать конкретно, когда, блядь, ну я хотел, чтобы вы жили, нахуй. Давать геру конкретно, когда мы все свичаемся вместе с миликами в боссона. Когда танк просто, блядь, вводит нахуй этот трэш на себе и кайтит его. Но можно давать и в начале, на второй фазе. Вот типа почему, ну, понятно, что ты говоришь, за 2 трэша не переведем, но типа, бля, я не помню, у нас какой ДПС не, был. Если мы за... Мне кажется, банк. Можно попробовать один раз, дать, посмотреть. Типа, нет, если под Герой... Ну смотри, на если второй, мы... Нам вот... Герой на второй фазе нужна... Хорошо, я вам объясню, ребят, вот на проках, у меня, допустим, 8к СПД. Понимаете, под Герой, когда там ебучий дамаг, можно крутить и крутить, и так же у всех. А то, что когда она будет выходить, я уверен, что проки у всех будут КД. То, что вы Геру дадите, то, что ну как бы там такое себе. Ну, то тебе заебись, ты стоишь в боссе туннелишь, типа, а если кто-то трэш свичит или там и так далее, типа, это не ко всем применимо. Ставят меня на трэш, я буду трэш бить, мне без разницы, я имею в виду, да, то, что типа, профитнее дать так под проки, когда больше всего количество людей живы. То, что мы, ну, как бы, да, то, что правильно Кирилл говорит, то, что если за 2 не успеваем перевести, нет смысла давать. Просто раньше я не помню, сколько у нас ДПС был, типа, и все в таком духе. Как бы, а так вообще, чем больше людей живы, тем лучше дать Геру тогда в это время. Так что, там можете говорить что угодно, но как бы это ничего не отменяет. Все, закрыли тему. На первой фазе Гера даваться не будет. Еще раз говорю. На 2 трэша нам не хватит ДПС, это 100%. Даже с Герой. Че там Ондра? Блять, Алканфел, конечно, пиздец, ладно. ДПС маловато у некоторых. Это очень хуево. Ну чё, сколько у меня ДПС? Алканфел пока на замену. Больше, чем у Алканфела. Ой-ой-ой. Да ладно, нихуя себе, да, в натуре так бывает. Пиво в начале. А, он умер сюда. А я даже не про него? Посмотрите, ну разрыв. Дайте ДПС конкретно в босса, наверное, вот с этого пула. Посмотрите, духов, там очень много кто духов ловил, там я 4 человека насчитал. Ну что, ну типа, блядь. Поставьте джеса кто-нибудь, у кого есть джес. Блядь, кто духов ловит, надо минуса давать в любом случае. Ебать вы насрали. Охуенно вы высрали, блядь. Не спамьте больше, пожалуйста. Блядь, а сейчас кто-нибудь один. Вот последний, смотри, мой без бива. Блять, ну разрыв пиздец, нахуй. С первого, блять, по 10-е место 5 лямов. Это ж ебануться, нахуй.
Ну там в основном, наверное, люди, кто... Смотри на этих ШП, они переапанные, ёбнутые, типа их нечестно сравнивать с другими. Владыка ужас, ну, 3500. С нами лок на рынке. Но все равно, блядь, Барбарос... Ну у меня 12 МК брал, но Барбарос, он типа 9, блядь, ну, блядь, на 9 месте в демоне, нахуй. Это неправильно. Владыка, блядь, почему-то так вообще мало. Так он запа забрал, имбовые, все пизда. Да, можешь шофнуть пока. Блядь, не начинаешь шофнуть. Ладно, все, соберитесь. Так, джесса кто-то поставил, вижу. Рыбу хавайте, фулбаф парить. На вид фаски масло у меня вот кончилось.